Всем большой привет, мои дорогие. Мы с Жефом приехали в горы. Гостиница очень старая. Я как-то немножко рассказывала. Один раз я вспоминала случай, как на меня ночью в гостинице старой, похоже, как призрак какой-то, этот гост, как он там, привидение было, шло по мне, шагало маленькими ножками. Станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час. Все напасти нам будут трынь-трава.